пользу клуба. Стерл Гарда, Италия. Второй сет. Не знаю, что подсказывали тренеры Киму прежде всего. Мне кажется, им нужно просто сказать, будь мужиком, да что ты. Возьми, играй, все ты умеешь, ничего выдумывать не надо. Надо просто разозлиться на себя. То есть спортсмены такого уровня, им особо подсказывать ничего не надо. Вот и все. То есть надо просто разозлиться, завести себя, и результат, как говорится, придет. 2-0. Порой повезло два раза чуть-чуть. Ну что ж, без этого нельзя. Два раза мяч сетку задевал. Мог попасть, кстати. Свой коронный удар совсем уж косо хотел. Может быть, надо было чуть ближе к центру. По ширине промазал. 2-1. Ой-ой-ой, как встретил, вы видели, китаец? Как он встретил. Ким даже из удара не успел выйти. Настолько быстро он встретил в тот же угол. 2-2. Это было здорово. Такой щелчок. Смотрите. В самую кромку попал. Супер. 2-3. 2-4. Обратите внимание, что пока 6 очков разыграли, что не характерно, все проигрывают свои подачи. Будем надеяться, сейчас эта традиция нарушится. Подавать будет Ким. Он ведет 4-2. Молодец. Вот это то, что нужно. Нужно просто завестись, разозлиться, играть в теннис, ни о чем не думать. Самое главное, ни о чем не надо думать, когда играешь в теннис. Непонятно опять. Вот это называется задумался. Вот не задумался бы, выиграл. Тут мяч высокий вылетел, он думал, а что же делать, аккуратно или сильно. В таких случаях очки проигрываются. 3-5. Сетка, еще мяч. Сложная очень подача китайского теннисиста. Не справился с ним. Ким 4-5. Ну, это пока лучший розыгрыш в этой встрече, мы видели с вами. То есть все, за что так любят настольный теннис, продемонстрировали эти спортсмены. В итоге выиграл китаец. 5-5. Ой, как он перехватил, конечно, да. Ким даже, откровенно говоря, такое удивление, восхищение вместе на его лице. То есть достаточно плотное вращение, как гвоздя просто колотил. Го Джо Хао. 5-6. По-моему, три мяча подряд он проиграл. А вот уже собственная ошибка. 5-7. Да. Это называется «начал задумываться». Начал задумываться, почему не попал. Почему проиграл? Надо гнать все эти мысли во время игры. Надо только на позитиве. Быть только на позитиве. 7-5. Да. 8-5. Жалко, что проиграл, конечно, наш спортсмен. Но не отдать надо. Нельзя не отдать должное, конечно, китайскому спортсмену. То есть зрители пришли, видят игру совершенно другого уровня, что мы видели в предыдущих встречах. 8-5, 5 очков. Да.
Такое ощущение, что повыше классом все-таки китайский спортсмен, во всяком случае, в этой встрече. В промежуточной игре, прежде всего. 6 мячей подряд. 5-3, мы помним, вел Ким. 5-9. Да, под локоть перевел, не очень сильно, но по месту. 6-9. Ну что, еще очко, и можно побороться. Да. Невынужденная ошибка. Я не думаю, что такой уж сильный запил китаец сделал. 10-6. Называется с закрытыми глазами, да? 2-0. 2-0. И всего одна партия отделяет команду из Италии Стерилгарда от победы в этом матче.